Сезон клещей уже не за горами. Первые такие паукообразные могут активизироваться уже в апреле, предупреждает югорчан окружной департамент здравоохранения. Медики уже готовятся. К примеру, в Сургутской травматологической больнице ожидается поступление крупной партии вакцины для экстренной профилактики энцефалита. Врачи отмечают, что наибольшее число обращений по поводу укусов клещей в прошлом году было зарегистрировано в мае и июне. Далее активность начала заметно снижаться, но опасность они представляли вплоть до середины октября. Самой опасной инфекцией, которую переносят клещи, является вирус энцефалита. Надежный способ для предотвращения тяжелых последствий от этого недуга – своевременная вакцинация.